Привет! Привет, друзья! Меня зовут Сергей Шевченко, и на моих уроках мы с вами будем учиться делать фигуры из воздушных шаров. Тема сегодняшнего урока у нас с вами, друзья, женская голова. В чем преимущество этой головы? Тем, что с помощью двух шаров, друзья, мы с вами создадим женское реалистичное лицо. Где, используя данную технику, если вы видели мои работы, то практически в каждой работе присутствует данная техника. Какими шарами мы с вами будем работать? Шарами фирмы Simpertex. Это очень хорошие шары. В какой последовательности мы с вами будем работать? Если мы посмотрим на фигуру, мы увидим с вами ровно по центру, да, вот на макушке головы два пинча. Это у нас с вами будет привязка. Привязка 260 коричневого цвета. Давайте с вами раздуем шар. Раздуваем внешний шар, 18-й персик. Всегда раздуваем шары по максимуму, потому что в дальнейшем нам будет с ним намного проще работать. Шар встает более эластичным. Берем 260-й коричневого цвета со стороны горловины шара. Я вставляю, то есть прикладываю ровно к центру шарика. Нажимом, вот прям нажимаю, да, вот нажал. И выпускаю воздух. Выпускаем. И вот, друзья, горловина 260-го шара. Захватываю, делаю привязку. Предварительно я нарезал себе заготовок. В этом случае 260-й шар. Всегда делайте привязки 260-м шаром. 160-й очень сильно режет шары. Сделал привязку. Сделали два узла. Лишнее всегда срезаем. Всегда срезайте лишнее. Поверьте мне, в самый неподходящий момент эти привязки у вас просто выглянут. Или вы будете делать подбородок, или вы будете делать внутреннюю привязку нос. Или щеки. Всегда срезайте лишнее. Вот что у нас с вами получилось. 18-й шар, персик, внешний шар. Привязка 260-й коричневый. Подергали, да, вот немного вот вытянули. Почему? Потому что бывает, когда в работе мы с вами будем делать прическу, он может у нас вырваться. Да? И вот мы тогда предварительно с вами подергали его. Что мы с вами будем делать дальше? Если мы посмотрим на фигуру, мы увидим, да, что ровно по горизонту голову делит на две половины равных. У нас с вами будут две привязки, с которых мы с вами в дальнейшем начнем делать прическу. В этом случае, друзья, у меня будет внутренняя лобная, лобовая часть линкалун 12 белого цвета. Со стороны кончика шарика я делаю узел. Раз, два, три, можно 4 узла, друзья. Чем больше у нас с вами будет узел, тем в дальнейшем нам будет проще с вами сделать внешнюю привязку. Вставляем 18-й шар. Я всегда работаю кистью. В вашем случае это может быть трубочка. Но я вам, если вы в дальнейшем будете работать с пластикой, я вам рекомендую, конечно, работать кистью. Она не гнется, не режет шар. Очень удобно. Вставляем 12-й линк, 18-й шар. Не раздувая внешний шар, я делаю 12 полных ходов. 12 полных ходов. Связываю крупный узел. Для чего? Потому что у меня будет одну привязку мы с вами сделали верхняя, 260-й коричневый. На линкалуне, на хвостике шарики мы с вами сделали вторую привязку. Большой узел, 4 раза. И параллельно, да, значит, мы с вами делаем горловина нашего шара 12-го, я делаю тоже 3-4 узла. Раз, два, три, четыре. Чем у меня будет крупнее узел, тем мне проще будет в дальнейшем сделать внешнюю привязку. Горловину можно срезать, она мне не понадобится. Что мы с вами делаем дальше, друзья? Если мы посмотрим на голову, мы увидим у нашей фигуры две щеки. Подбородок, лобная часть. Как мы с вами сделаем щеки?
Я буду использовать 12-дюймовый шар белого цвета сердца. Это моя самая любимая техника, друзья. И я надеюсь, что в дальнейшем вы будете ее использовать в своих работах. Я предварительно раздую сердце. Немного. Не считая качки, ничего. Проверю, да? Прижму его к себе. И как мы всегда знаем, что самая слабая часть сердца это между крыльями. Да, вот бывают такие отверстия, просветы. Конечно, такой шар в своей работе лучше не использовать. Проверил. 12-е сердце белого цвета. Одеваю на кисть. Перекручиваю. И вставляем 18-й шар. Раздуваю внешний шар. По максимуму. Хотим уже с вами считать, не будем. Раздуваем. Работаем, работаем, друзья. Раздуваем внешний шар. 100 мне будет достаточно. И сейчас я раздуваю сердце и делаю насосом по 260. 18-19. 19 полных ходов. 19 полных ходов. Что мы сейчас делаем с вами? Связываем, но и делаем 4 узла. Почему мы с вами будем делать 4 узла, друзья? Потому что в дальнейшем у нас будет первая привязка, мы с вами сделали 260. Вторая привязка, мы с вами сделали на кончике линколуна 3-4 раза узел. Это вторая привязка. Третья привязка, друзья, это горловина 12-го линка. И четвертая, если мы посмотрим на свод две щеки, это крылья сердца. И сзади, ровно по центру, у нас с вами будет что? Горловина 12-го сердца. Я делаю 4 узла. Воздух шара я не выпускаю. Сделали 4 узла покрупнее. В этом случае горловину шара мы с вами срезаем. Воздух не выпускаем. Друзья, вот что у нас с вами получилось. Давайте нащупаем самую выпирающую часть сердца, крылья нашего сердца, да? Самая выпирающая. Вот я нащупал одна крыло, второе крыло. В данном случае это у нас что с вами будет? Щеки нашей фигуры, да? Вот мы нащупали самую выпирающую часть. Воздух я не выпускаю. Что я сейчас делаю? Мне надо что с вами делать? Положить голову, чтобы голова нашей фигуре легла горизонтально. Я нащупал крылья сердца и нажимаю на себя, вот, ложу наше сердце. Да, мне надо его положить. Вот. Вытягиваю. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот у меня привязка под волосы, горловина 18-го шара. И сердце, да, уже, смотрите, ложится. А нам надо, чтобы оно легло ровно горизонтально. Что я сейчас делаю с вами? Обняли голову, да, вот плотно к себе. Одной рукой я держу горловину 18-го шара. И мне надо узел 12-дюймового сердца, чтобы оно мне было вот здесь, да, поделило голову по горизонту. Я держу горловину 18-го шара и нажимаю на сердце, на плоскость, вот, нажимаю и передвигаю, перемещаю. Смотрите, это у нас с вами что? Горловина 12-го сердца, две щеки. Давайте посмотрим, да, вот вид фас, две щеки, горловина, привязка под волосы. Что мы сейчас с вами сделаем? Если мы посмотрим, да, вот у нас будет одна привязка под волосы идти, вторая привязка. Узлы, которые мы сами сделали, 12-дюймовом линколуне белого цвета. Я вот, и сейчас, смотрите, вот у нас крыло сердца одно, второе. И параллельно крылу сердца, ровно кверху, я должен выставить с вами узел с одной стороны и параллельно крыму сердца со второй стороны. Вот у меня лицо. Вот я вижу узел один линколуна. Вот он второй. И перемещаем, друзья. Не боимся. Нажимаем на нашу голову. Перемещаем. Не бойтесь шары. Сделайте так, чтобы шары боялись вас. Смотрите, друзья, вот я сделал. Вот у меня один узел линколуна.
ровно вниз, параллельно крыло сердца, щека нашей головы, да, вот нашей фигуры. Со второй стороны горловина, линкалуна, щека, привязка под волосы, горловина 18-го шара. Наша голова с вами практически готова. Но если мы хотим с вами немного усложнить, давайте, знаете, что сделаем? Если мы посмотрим на фигуру, мы увидим подбородок. Для подбородка я буду использовать пятерку белого цвета. Вставляю ее в 18-й шар, в горловину шара. Делаю 0,5 хода. Вот такой подбородок будет достаточно. Связываю. Лишнее обрезаем. Лишнее обрезали. И если мы посмотрим на образец, то у меня вот он, вот одна щека, вторая щека. И вот подбородок получается, он между сердца, да, вот ляжет. Я обнимаю голову, вот прижимаю к себе и перемещаю, перемещаю. Вот что у нас с вами получилось. Давайте что сделаем? Выпустим воздух с нашей головы, да, вот немного я так вот за горловину шара потяну, нет, воздух вот вышел. Я не выдавлю воздух, сколько он выйдет, столько и будет достаточно. Если мы посмотрим на голову, вид сбоку, мы увидим, да, вот у нас привязка под волосы, в этом случае это узел 12-го сердца, одна привязка, вторая, третья, и привязка под волосы. Давайте, что мы сейчас с вами сделаем? Чтобы в дальнейшем нам было удобнее работать с прической, переместим 260-й привязку на лоб, да, вот даже больше найдем на лицо. Как мы это сделаем? А вот нажимаем, да, вот перемещаем. Не боимся, не боимся. Переместили. Вот у нас с вами привязка под волосы. Раз, два, три, четыре. В чем преимущество данной техники? А в том, друзья, то, что когда мы с вами будем крепить готовую голову к туловищу, за счет того, что у нас сердце лежит горизонтально, у нас снизу с вами широкая плоскость. И наша голова с вами будет устойчивая, да, вот смотрите, как она устойчива. Если мы посмотрим вид сбоку, да, вот у нас лоб, у нас какой силуэт, да, у нас лоб пошел, щека, подбородок. Я был очень рад поработать с вами, друзья. На следующем уроке мы с вами сделаем прическу и немного поработаем с красками. Крепко-крепко обнимаю, целую. До скорой встречи.